Привет, ребята! Сегодня будет челлендж. За 10 секунд мы нарисуем паркур за 5 минут. За одну минуту будем рисовать паркур. И за 3 минуты будем рисовать паркур. Стартуем 10 секунд, да? Да. Вот у нас есть самая. Какашка. Давай, открываем. Готовы? Да. Бери карандаш, а то. Я толка коляку возьму. И все. Так. Че у нас так? Готовы? Давай, на старт. Да. На старт, внимание, марш. Ой! Рисуем паркур. Как рисовать паркур, Ирина? Ой, рисуем паркур. Рисуем паркур. Рисуем паркур. Осталась одна секунда. Все, я нарисовала паркур. Вот, сейчас покажем всем. А у Артура что получилось? Кружки. А у меня какие-то столбики получились. Эти листики берем. Ну, мне хочется так сразу сниматься, да. Потому что... Так, теперь сколько? 30 секунд, да? Да. Нет, одна минута. Одна минута, да, хорошо. Мы так не успеем. Приготовились? Да, старт. Одна минута, старт. Так, нарисуем, как в Роблоксе. Угу. Здесь не надо, в общем, торопиться не очень-то. Так, здесь лава. Осталось 40 секунд. 40 секунд. Надо разукрасить лаву. 40 секунд, пока нормально. Twenty seconds can count down. Не понимаю. Давай, давай. Так. Ten seconds. Seven, six, five, four, three, two, one. Stop. О, молодцы, показывайте, что получилось. Я вот что нарисовала. Там, в общем, сохранялочка, это красненькая. И это паркур, там лава. О, прикольно. А у Артура что? Рассказывай. У меня это тоже паркур, только сложнее. Мне кажется, я там Джейсона вижу. Какого Джейсона? Какая Джейсона? Тенница 13. Да ладно. Все. Теперь будет 30 секунд. Давайте рисунки приготовим. Нет. 3 минуты сейчас будет, да. Да, 3 минуты. Давай рисунок. За 3 минуты это вообще шопинг будет. Так, я выставляю секундомер. Мне нужно подобрать цвета, которые буду использовать. Если мне кажется, ультрафиолет. 3 минуты стартуют. Все, погнали. Рисуем. Погнали. Так, надо сделать пол. Потом нарисуй там Джейсона. Надо разукрасить. Джейсона нарисуешь? Сейчас, ну и зачем это? И Фредди нарисуй. Так. А, кстати, кто сильнее, Джейсон или Фредди? А то, как считаешь? Конечно, Джейсон. Кто у него же у него мяма. Так, ребята, ваш какой монстр любимый, напишите в комментарии. Мой любимый это бабка Гренни. А мой любимый это Джейсон. Надо фильм смотреть про бабку Гренни. Слендер такой. Так. Слендер, мне все монстры нравятся, бабка Гренни немножко не нравится. А Слендер мне тоже нравится. Мне все нравятся из героев страшные.
Все. О, уже 2 минуты осталось. 2 минуты? Это же много. Еще можно рисовать что есть угодно. Так, надо нарисовать гамбургер, а это ультрафиолет. В этой жиже, где зомбаки будут. У меня йогинки палку, только нубики могли пойти. Нубики? Нубики, да, нубик. Нубики. Только нубики. Вот он, зомбачок. А я нарисовал Джейсона. Так, сейчас гамбургер, который испорчен ультрафиолет. А я нарисую кровавую. Так, это, короче, у нас не салат, а оказывается жижа, которая превращается в зомбаков и ультрафиолет. Ультрафиолет может сломать на целую... 30 секунд осталось. 30 секунд? Да, дорисовываем детали важные, которые остались. Так, семечки вот такие. Ой! Надо еще это разукрасить. Все, огромная голова гиганта. 15 секунд. Ну, я, в принципе, готова. 10 seconds to go. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Ну все, я нарисовала. А это ультрафиолет. А это все, он... Презентуйте, что у вас? А это червяк злой. Я поставила злого червяка. Такого допала. Да-да. Что это? Алиса, рассказывай. Это жижа, где купается зомбак. Это бургер с ультрафиолетом. И это жижа, которая зомбаком станешь. И это ультрафиолет. А это, знаете что? Ну, конечно же, сохранялочка. Ага, хорошо. Так, а вот это текущая слизь. Так, Артур теперь презентует, что вот. Вот, у меня полку... Вот, у меня вообще-то какой-то полку, а какая-то газявка. Вот, ходит много газявок. А вот это кто? Вот этот мужик? Вот этот мужик? Да, вот этот мужик. Это Джейсон, а вот ребята, кто-то... проголосуйте! Убивает. Проголосуйте за 10 секунд, кому понравился рисунок, ну, за одну минуту.